Так, ну, это картошка в мундирах, не это сегодня главное. Вот первый раз в жизни с женой будем пробовать кумкват. Вот 5 штучек 19,42. Вот это такая одна штучка выходит 4 гривна. Купил этот в супермаркете. И личи, такое интересное, никогда, как на шишку похоже, только розового цвета. Это 26,42, тоже 5 штучек. Ну, если кумкват 4 гривны, то это где-то 5 с лишним, короче. Я даже не знаю, как их есть. Надо есть шкурку или не надо есть шкурку. В общем, кумкват, цена за килограмм 249, и личи 259. Ну, это, я так понимаю, кумкват, ну, в кожуре это типа какой-то цитрусовый. То есть его типа надо чистить. Ну, давай почистим. И надо загадать желание. Ну, у тебя какой маленький, красивенький, такой хорошенький. Может, его не надо чистить? Да я тоже не знаю, надо его чистить. Ты там почистишь его? А может, его с кожурой кушать? Да там их надо просто. А, это кожура тоже без кожуры? А как узнать, что такое? Ты скажешь, ты прямо с кожурой? Да, ну, вкусно. А как узнать, надо с кожурой его или нет? Ладно, буду пробовать. На запах кумкват. Между лимоном. Ой, пахнет цитрусовой. Между лимоном. Да может, чтобы он без шкурки едится. Вот тут бубочки. Ой, какой кислючий. Ой. Лимон с чем-то, да? Не знаю. О, это снимается шкурка. А есть шкурка сал. Ну, восторга нечего, лучше простой апельсин. А, апельсин с лимоном, да? Апельсин, ну это тебе кажется. Ой, пахнет. Что? Ой, покажи, что это за фигня. Так хорошо снимается. А шкурку едят? Да, немножко куда. Не знаю, а ты загадала желание? Забыла, ну сейчас загадаю. Да. Он какой красивенький. А шкурку это можно есть или нет? Да можно, сейчас... думаю. Разрезать или укусить? Ну, шкурка. Шо какого? На запах. Пахнет тебе знакомо? Ой, оно такое, как вот это, знаешь, вот это шарики под мышки. Ой, он косточка. Как косточка? Большая косточка. Да? Ты бубочки, бубочки собирай. Дай мне попробуй. О, какое вкусное. Запах чем-то... знакомым, ну, да. Знакомым. Ну, вкусно, они никакими духами тебе известны? Да нет, ну что ты сюда расскажешь? Помыла, что такое. Угу. Да не надо снимать свою губу на себе. Вкусно такое. Класс. Ой, вкусная эта фигня. Вкусная, ну, дорогая. Да? Жалко, что там мало, получается, кость огромная. Да, кость огромная. Можешь ее посадить? Кто-нибудь? Ну, симпатичная. Вот мы вот и... В огород будешь посадить? Да, так надо, надо какую-то... Ну, завтра выйдешь посадить. А туда, так... под дом посадить. Не, она должна подсохнуть, а потом... Хорошо, какая красивая, не такая. Какая вкусная птичка. Надо теще дать посадить. А, какой личик вкусный. А она только там или везде? Там, не, вот в нашем супермаркете нет, только ну, там. Ну, какая прелесть. Ну, вот эту фигню кумкват мы не будем покупать, ну, хоть по крайней мере. Ты его, кстати, оставь маму, если пусть попробует. Ну, ну, это я тебе. Мне пожалуйста. Ну, оно такое положить? Чуть-чуть тёркое, да? Ну, не знаю, мне так понравилось. Да, конечно. Мне кажется, побольше, чтобы было. Да, если бы мы зарабатывали, то... Не говори. Вкусно. То можно было бы и каждый день покупать. Ну, на холодильник положить, да? Да, прячь. Класс. Ну, по крайней мере, я отведал кумкват. А ты же нами загадал, да? Не, забыл. Ну, загадал. Ну, картошка в мундирах это намного дешевле.